тебя все норм? Лучше некуда. Они похожи. Тебе туда нельзя. Тихо, тихо, успокойся. Сегодня я... Я пришел, чтобы с вами попрощаться. Деньги — это деньги. С ними, блядь, не шутят. На что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. Эй, с тобой все нормально. Джонни, подожди! Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Ты хочешь, чтобы я сдался? Это очень в твоем духе. А знаешь почему? Потому что ты всегда был тряпкой, Керри. Хочешь, дам тебе совет в память о старых временах? Кончай, блядь, себя жалеть. И начни двигаться дальше. Ты опоздал. Обожаю, когда ты бесишься. Моя южная кровь сразу кипит. Залезай, пока я не передумал. Сильверхенд. Привет, шайтан! Поднимаемся. На, надень. И не снимай, понятно? Несем груз в лифт, активируем, отдаем на волю гравитации.
Взрыв разрушает фундамент, башня палец, хаос, вопли, рок-н-ролл. Времени на отход будет мало. Подключайся. Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Мёртвый, ты достала уже? Хватит шариться в базах. Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже, кто писал этот манифест? Угадай с трех раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе, говорит, не тронет. Вперед! Противник, вступаю в бой! Приготовиться! Ну все! Я называлась бомба. Бушидо 2. Качай! Нам надо сваливать! Демолитрон! Ну, погнали! К вам идет спецназ! Бегите! Бегите! Надо скормить это их под сети. Сука, ну конечно! Ты срать хотел на корпоративный колониализм. Это все ради твоей ебучей фанатки. Прости, бестия, тебе не понять. У тебя 4 минуты. Ни секунды дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я сломала дверь. Тебе идет еще отряд. Обожаю тебя. Да все меня обожают. Сука! Солдат убит! Рядом с точкой доступа. Подключайся. Классный ледокол. Импортный. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол под сети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина, без вопросов. Спасибо, Мёрфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина. Мы в телевизоре. Неизвестная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозила разрушить Арасака Тауэр. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, свалить памятник корпоративному колониализму. Конец цитаты. В ответ мэр Найт-Сити Мболи Эбуники выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Арасака Тауэр. Все готово. Теперь уходи. Они поднимаются. Беги на крышу. Thank you.
Эмпи! Двери заперты, но долго не выдержат. Беги, Джонни, вали оттуда. Попробуем еще раз. Кем были твои сообщники? Как вы добыли взрывчатые вещества? А че это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. Какой террористической организации вы принадлежите? Как вы добыли взрывчатые вещества? Привет, дедуля. Я тебя знаю. Отцы. Чукса цхана сюзр. Смотри-ка. У меня получилось. В этой башне погиб мой муж. Но бывает участь страшнее смерти. Я не хотел, чтобы он погиб. Назы коную на коту. Зачем ты это сделал? Чтобы положить конец вашему безумию. Что ва усоцки, дивун дичин уазам. だが、シャは違う。シャは雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉には慎ましさがある。始めろ。 А ты... ты кто такой?
Он тяжелее, чем кажется. Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Давай мы с тобой поговорим. Арасака-сама, отцо-сама, но сацугайхан мицукемашита. Коно отоко де мачигай аримасен. Хай. 1 сикан го ни ва цуку като. Помогите. Слышишь меня? Мне нужна помощь! Теряй сознание еще раз. Не закрывай глаза. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть триперы, которым ты доверяешь? Вы... Вы были... Компыки Плаза. Мы должны ехать к Риперу. Быстро. Виктор. Надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь. Ладно, ладно. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери... Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику Мисти. Рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут.
Что ты делаешь? Эй! Личный порт поврежден. Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха, но не слишком глубоко. Между лимфоузлами под мышцей должны быть дополнительные нейропорты. Если я поврежу вену, он умрет. Как и в случае, если вы ему не поможете. Кажется, я нашел порты. Подключите его. Так, переносим его. Я не могу. Мне надо отдохнуть. Это твоя кровь? Мисти! Давление падает. Это нейрогенный шок. Он умирает. Придется пилить затылочную кость. Другого пути нет. Есть риск, что... Я знаю, что делаю. Как он там? Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет. Ви, ты меня слышишь? Как больно. Как себя чувствуешь? Не знаю, Вик. В ушах звенит, и всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинация? Ну-ка, давай, пиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон. И понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит. А потом... Только не смейся. Я подкладываю бомбу под Росака Тауэра. Было бы над чем смеяться. Они убили меня, Вик. Мне было так страшно. Все было по-настоящему. Не как во сне. Ви, это были не сны. Это были воспоминания. На твоей щепке конструкт личности. Ты видел его прошлое. То есть я вижу воспоминания другого человека? Как так получилось? Не знаю, как это произошло, но теперь вы двое связаны. Двое? Я и кто, Вик? Кто второй? Джонни Сильверхенд, террорист. В моей молодости все в городе его знали. Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Говори. Биочип — это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум пара недель. Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание.
Он будет работать, пока не получит контроль над твоим телом, и тогда ты просто исчезнешь. Ви, это важно. Ты меня слушаешь? Ты же меня починишь, правда? Ви? Да я бы рад, Ви, честное слово. Но это... это выше моих сил. Ты же лучший из лучших. Почему ты отказываешься мне помочь? Тебе длинное объяснение или короткое? Рассказывай все от начала до конца. Хорошо. На чипе записан конструктор. Это Джонни Сильверхенд. Ты вставил его в височный разъем. Ничего не произошло, да? А потом тебя убили. Да. Ебучий Декстер Дешон. Как я вообще оклемался после этого? Маленький калибр. Тебе повезло. Мистер Дешон сделал в тот вечер много ошибок. Наниты с чипа сразу начали тебя чинить, заполнили твой мозг и выгнали тебя на свет в конце тоннеля. Те, кого убили, не могут встать и разговаривать, как ни в чем не бывало. Ну, это да. Разговаривают только те, у кого есть корпоративный чип, который призван их воскресить. А как же я? Моя душа? Я вернулся с того света, и ради чего? Чтобы меня взяли и стерли? Че ты меня-то спрашиваешь? Спроси у инженера Фарасаки. Я знаю только, что разум тебя покинет, и это будет... жестко. По мнению биочипа, клетки твоего мозга — это опухоль, с которой надо бороться, понимаешь? А твое тело — пустое хранилище для конструктора. То есть этот ебучий террорист хочет меня стереть и забрать у меня тело? Да ничего он сам по себе не хочет, понимаешь? Это автоматический процесс. Его нельзя остановить. А нельзя просто выдернуть этот биочип или выключить? Не-не-не, это исключено. Тогда ты умрешь сразу. Вик, ты же всегда мне помогал. Если не можешь меня спасти, хоть посоветуй, что делать. Пожалуйста. Вик. Если б я знал, малыш. Мисти. Ты слишком много хочешь от такого дедули, как Вик. Пойдем, я отвезу тебя домой. А потом он умер. И я подумал, что тоже сейчас умру. Да, во сне. Сон — это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпался? Я же мог просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри, это твои таблетки. Омега-блокаторы, принимая регулярно, они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Псевдоэндотрезин от меня. У него обратный эффект. Он ускорит процесс. Освободит демона, так сказать. Таблетки, которые будет этого уёбка... чтобы он быстрее меня убил. Какое-то время все будет нормально. А потом настанет долгая и болезненная агония. Я просто даю тебе выбор, милый. Мозг можно обмануть. Анестетики это и делают. Твое сознание погибнет, Ви.
Ты будешь чувствовать, как распадается твоя личность. В какой-то момент ты не узнаешь себя. Это будет ужасно и болезненно. Но ты можешь этого избежать. Сука. Тогда зачем таблетки? Я просто сразу пущу себе пулю в лоб. Тогда погибнут сразу две души. Ты этого хочешь? Мне нужно лечь. Ах да, последний подарок. Она была у тебя в черепе. Возьми на удачу. Обещай мне, что поспишь. Мисти, стой. Насчет Джеки. Что? Он часто говорил о тебе. Знаешь, мы ведь поссорились перед тем, как он уехал на это дело. Он на тебя не злился. Ты знаешь, наверное. Да. Просто жалко, что наши последние минуты вместе были такими. Тебе сейчас надо отдохнуть. Пожалуйста, поспи. Я выберусь отсюда, ты понял? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Мне надо покурить. Где у тебя курево? Сюда зашел. Почему мы разговариваем? Да мне-то откуда знать? Не понял. Ты, блядь, кем себе возомнил? Отвали ты от меня! На кого ты работаешь? Говори! Чё? Своими руками выдеру. Нет, стой! Я получу контроль. Я найду как. Ты меня слышишь? Вали из моей головы. Нет! Но лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Я чувствую, как наши сознания соприкасаются. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться.
Это только копия энграммы. А есть и другие. Должны быть. Отъебись от меня! Выметайся, уёбывай, слышишь? Надо убить себя. Это единственный выход. Слышь, сучонок, стреляй себе в башку, блядь!